Есть интересное предложение о покупке хостела, продаже хостела в самом центре Кракова. Очень интересное место. Не интересно, оно классное, то есть возле центра, центровое. И, то есть бизнес уже готовый, то есть есть клиенты постоянные, есть там договора. То есть он достаточно, ну, состоявшийся бизнес, просто бери и делай. Да? Прибыль есть, по словам хозяина, все нормально, цена понятная, подъемная. Продает он по совершенно понятной, объяснимой причине. Все это подробности пишите на почту. Под этим видео есть почта. Что еще? Один из самых крупных хостелов в Кракове. В десятке самых крупных. Поэтому, ну, это хорошее предложение. Скажу честно, если бы вот у нас эта сумма была, мы бы сами начали его мониторить и делать аудит, проверять. Но, то есть я не ручаюсь прямо, что там все чисто, все идеально, но в любом случае, если вы что-то покупаете, это надо справдить, это надо проверить и сделать какой-то аудит. Поэтому базовые какие-то вводную часть пишите на почту, мы опишем, расскажем, а дальше уже, если что, будем работать.